Сегодня мы говорим о том, как развивать розничные сети. Мой гость Александр Ежов. Александр, доброе утро. Настроение как? Доброе утро. Настроение отличное. В первую очередь хотел бы поздравить retail.ru с 20-летием. В наших направлениях бизнесовых очень важно, когда есть и аналитика, как инфолайн, и агрегаторы, которые собирают профессиональную аудиторию. Поэтому еще раз с праздником и всего самого наилучшего. И отметить следующие 20 лет также мощно и с таким огромным количеством аудитории. Спасибо. Через 20 лет мы сделаем с вами еще одно интервью, мы сделаем такую подводку, это пожелание 20 лет назад. Вот давайте про бизнес немножко поговорим с вами. Расскажите, какую компанию представляете? Компания Hive Group – это лидирующая выставочная компания на российском рынке. Организуем выставки в Москве и в Краснодаре. 20 брендов, 15 выставок, все лидирующие в своей отрасли. Я конкретно представляю выставку World Food Moscow, продовольственная выставка, директор выставки. Выставка посвящена продуктам питания и напиткам. Проводится уже 28 лет. Крупнейшая осенняя выставка продуктов мирового класса. Как год вообще лично прошел для вас, как для бизнесмена и для предпринимателя? Год прошел отлично. Мы впервые переезжали на новую площадку. Это был для нас вызов, потому что 27 лет до этого мы проводили на другой площадке. И мы приложили огромные усилия. И этот переезд получился максимально хорошим, качественным. И аудитория посетительская даже выросла. Не говоря уже о участниках, которые также выросли на 200 компаний. Я так полагаю, что это для вас был хороший такой старт и новая точка отсчета. Я так понимаю, что на следующий год и на ближайшее, скажем так, обозримое будущее вы уже какие-то планы и какие-то идеи для себя формулируете. Да? Есть ли у вас какие-то представления о том, какой KPI вы должны выполнить в следующем году, чтобы сказать, да, мы растем стабильно, успешно и развиваемся? С точки зрения роста, мы растем быстрее, чем все остальные выставочные компании. Наш рост составляет порядка 10%. Перед выставкой стоят более амбициозные планы. Мы хотим вырасти процентов минимум на 20. Для этого есть все возможности. Отличную деловую программу готовим. Готовим байерские сессии для участников на абсолютно новом уровне, качественном. Также сотрудничаем со всеми ассоциациями, продовольствиями, которые так или иначе отстаивают интересы производителей и поставщиков продуктов питания. Сотрудничаем с retail.ru и привлекаем максимально качественную аудиторию на выставку. В этом году было 30 тысяч посетителей, в следующем году мы надеемся достичь порядка 10% роста. 33 тысячи – отличный результат, я думаю, будет. Я думаю, что действительно отличный результат. От себя мы хотим пожелать успеха вашему бизнесу. Пусть действительно аудитория становится максимально качественной, настолько, насколько это возможно. И пусть все наши усилия конвертируются в настоящие деньги. Да, и, конечно же, наше основное счастье, когда наши участники находят новых партнеров, новых клиентов и полностью отрабатывают те инвестиции, которые они делают в наши продукты. Спасибо. Мы действительно желаем друг другу успешного 2020 года. Спасибо.